И вот мы на другой дорожке. Идем. Вокруг нас лес. Сосны. Здесь вот репка расцвела, целое поле, полянка. И выходим мы снова в нашу любимую Бухтарму. Вот она, красавица. О, значит, тут в прошлом году, наверное, укрепляли берег. Дамбочка тут. Такой берег, поворот Бухтармы, дамбы сделали, видимо, чтоб не размывала Бухтарма берег слева, чтобы не пошло новое русло там через лес где-то, не затопляло. Вот такая дамба тут. Ну тут и можно отдыхать на этом берегу. Лес рядом такой вот красивый, сосновый. Ох, что-то вороны, воронье разлетались. Полянка. Наша природа. Под городом Зыряновск. Май 2018 года.